Радостное событие произошло в жизни пятерых фурмановцев. Им были вручены ключи от собственных квартир. За чашкой чая в теплой дружеской обстановке глава района пообщался со счастливыми обладателями квадратных метров. В большинстве это молодые люди, только начинающие свой жизненный путь. Они уже работают и мечтают о создании собственной семьи. Глава района Павел Колесников отметил, что в районе работа по обеспечению жильем детей-сирот является системной и планомерной. Так, в прошлом году были вручены ключи от 10 квартир детям-сиротам. Подобное жилье приобретается по государственной программе «Социальная поддержка граждан в Ивановской области». Для каждого человека, тем более не имеющего возможность рассчитывать на помощь родителей, получение собственного жилья – это важный этап в жизни, знаменующий перемены к лучшему. Однокомнатные квартиры находятся в разных районах города. Павлу Бурову, проживающему с опекуном на улице Возрождения, досталась квартира неподалеку, тоже на улице Возрождения, в 9-м доме. Молодой человек рассказывает, что находится она на 4-м этаже, в середине дома, ремонт сделан. Застекленные окна, хорошие пластиковые, вот, линолеум, ну, как мы видели. Вот. Тогда, ну, квартира первоначально... Уже можно заезжать жить, если буквально хотя бы еще холодильник купить и диванчик. И можно жить все спокойно, если нет какой-то сильно большой потребности к чему-то у людей. Торговый центр недалеко, остановки тоже рядом. Да и вся инфраструктура тоже у меня очень близко. Поэтому, ну, удобно, хорошо мне выпала квартира. Ну и опекун у меня живет через дорогу буквально. А так все прекрасно, все нравится. Очень рад, что смог получить эту квартиру. Причем на год раньше, чем ожидалось. По окончании встречи – общие фотографии на память об этом счастливом дне. Светлана Баварская, Виталий Сгринко, с Фурманов ТВ.